Привет, друзья! Ну что, 1 декабря на дворе. Сейчас буду вам показывать свои растения. Посмотрим, что в теплице. В теплице у нас 18 градусов. На улице сегодня минус 1. Прекрасная погодка, много снега. Успел поработать. И вам покажу сейчас, что из себя представляет мой зимний сад сегодня. Вот те вот самые наливные яблочки. Сейчас все расскажу. Но мы пришли с помощником Джерри. Он мне помогает. Гибискусом не очень здесь хорошо. Все зависи облетели. Стрелица растет прекрасно. Две штуки. Инжир даже не скидывает листья. Вот эти тетеньки немножечко они. Я их поздно перенес. Ну, не все. Некоторые бодрячком. Вот. Некоторые прям хорошки такие. Даже держат бутончики. Я надеюсь, что все-таки они прорастут. Здесь молодые ветра. Кому-то плохо, кому-то нормально. Там прививочки, конечно, которые были. Вот. Здесь молодые прививочки цитрусовых. Мои красивые вариегатные помелки, апельсинки и всякие красные сладости и радости. Некоторые даже из них, вот видите, решили зацвести. Хорошо, что пустоцвет, потому что ему рано такой малявки. Это на продажу. Вот. Каланхоя, умничка мой. Я надеюсь, цветет. Здесь тоже лимончики и такие вот все тоже в цветах. Вот. Подвое. Проснулся гранат. Неудачно я его. Слишком ему жарко. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Старенький гранат вроде спит, который двухметровый. Его там не видно. Вот. Ну, тут тоже подвойчики. Ну что, поехали. Давайте смотреть красоту мою. Ну, вот этот вот красотун 2,5-метровый, который весь в цвету. Ему не нравится такая погода, ему нравится чуть-чуть попрохладнее. Он скидывает завязи. Ну, все-таки некоторые есть завязи. Бесконечно цветет паразит, и из-за этого скидывает новое. Он прекрасен в своем исполнении, но все-таки хочется немножко другого. Фраголка. Давайте самого себя бы не испортить. Фрагола выдает новые ростки. И, видимо, хочет цвести. Дерево большое, объемное. Несмотря на то, что держит сейчас несколько плодов. Я хотел сделать дегустацию, но не буду. Пусть они нормально поспеют. Это мора, красавчик. Медленно, но верно, он набирает цвет. Я не буду торопиться в этом году. Вот. У него тоже там новые завязи, вернее ростки, но посмотрим. Клементин коммуне радует. Сразу видно, каким он будет, если Джерри не лазит. Если мандарины обычные, они желтые, то здесь красный бок. Очень красиво уже. Но я жду, что он будет очень сладкий. Все-таки это гибрид. Да, это клементин. Не успеваю за ростом мандарина кинг. Он реально уже, как бы, если я соединял два плода в одной руке, то теперь нет. Вот смотрите, это бомбочки, меньше полгода. И она меня очень удивляет, растет прямо на глазах. Плюс при этом дает новые ростки. Тут, вот нашел. Вот. Которые, может быть, будут цвести. Там тоже вот, все почки бухаются, лопаются. Итак, у нас, это у нас королек. Красный апельсин. Мы его пробовали, он пока еще не красный. Поэтому пусть висит. Тоже объемный кустик такой. Вот, ну тут сложно показать. Внизу у нас, так,
Так, у нас здесь кто? А, красная помело стоит. Здесь у нас мандарины. Здесь у нас друг, который уже хочет домой. Нагулялся. Жди. А, здесь у нас внизу это пандероза. Прекрасная. Так, это у нас клевенький шоколадный апельсин. Что же с камерой сегодня? Шоколадный апельсин, рядом с ним Валентайм с красивыми помело, да, с красивыми листиками кудрявыми. Рядом с ним Чендлер, то есть дружная семейка. И давайте что по плодовым, да? Здесь у нас Марго Бик. Красотка. Красотка. Уже можно кушать, пока подождем. Я думаю, может быть, побольше фруктов к новогоднему столу сделать. Вот. Хочу показать все плоды. Были молодые завязи, они опали. В этом году, видимо, не тянет. Но, может быть, новые ростки пойдут. Здесь у меня Пурша, Лимета, сладкий лайм. Да. Сладкий лимон. Собачка меня немножко испачкала. Потрясный, плодовитый. Все в нем хорошо. Осталось дождаться только спения, спелости плодов. Вот этот уже близок к завершению, к поспеванию окончательному. Так вот, очень много мелких плодов, но когда срываешь крупные, они начинают расти. Знаете, такая вот прям, это такая трудяга, я вот всем советую завести вот этого зверя в свою коллекцию. Так, у нас тут апельсин красный, но он не цвел в этом году. В том году пробовал, ростки дает. А, и у нас мой богатырь, я прям побаиваюсь трогать, это грейпфрут. Он безымянный, но я предполагаю, что это марш. Три плода, практически равных по размеру. Само дерево очень большое, компактное, любит куститься, если его прижимать. Ну и там росточки пошли новые, посмотрим. Внизу у нас декапон. Он у меня маленький. Потому что сам по себе маленький. Я имею в виду плоды маленькие, сам по себе он еще маленький, но я вообще удивился, что он дает плоды мне в этом году. И решил оставить. Было 5, осталось 2. Советуют убрать один лишний, но нет. Уже скоро. Вот они начинают желтеть, уже скоро. Ну что, мое любимое произведение искусства. Розовый лимон. Смотрите, розовый бачок. Pink Эврика. Обожаю этого зверя. Он такой красивый внутри и снаружи. Смотрите, как он цветет. У него осталось 7 лимончиков. Новые росточки тоже очень красивые. Такие разные полоски, но это вот разве не искусство, да? Вот здесь тоже он. И вот тоже он. Смотрите, какие полоски. Вот здесь вот цветочки. Там тоже цвету. Короче, дают жару. Здесь у нас, давайте сначала с мандарина уншиу начнем. Один из 5, но единственный, кто дал плоды. 2 скушали, осталось вот еще 5. Оранжевые, красивые, с полосками, как прям варигатный. Ну нет, простой. Дерево небольшое, но держит. Держит плоды. Ну вот здесь Авана Аперена. Плодов здесь. Тут 2 дерева, сразу скажу. Они разные. Ну как? Вот они заметно в плодах разные. Почему-то вот этот более зеленый, а этот начинает как будто бы уже идти в спелость. Смотрите. Такие вот плоды. Но они зеленые еще, совсем зеленые, жесткие. Небольшие, маленькие. Я думаю, они еще наберут вес. Наберут свою значимость, так сказать, в моих глазах. Потому что я очень хочу спелых сладких фруктов. Все ради этого. Вот.
около 20 плодов на 2 или 30, я уже не помню, но будем есть, сосчитаем, я думаю. Легко. Здесь вот чуть-чуть не видно, но вот так. Здесь аркабалена, гибрид лимона и апельсина. Он растет полосатым, его поэтому радугой назвали. В том году у меня он был просто желтенький, но я так понял, я его не дождался, потому что смотрите, здесь появляются полосочки, которые просто надо дождаться. И просто хочу, чтобы он прям висел до победного. Он не то что вкусный, он красивый. Вот, спрятались, снимать плохо, но я думаю, понятно. Здесь у меня уголочек красоты, цветущая роза. Ну, здесь вот тоже расцветает, вернее, чайно-гибридная роза, очень красивая. Здесь у меня бегорадия, на которую я привил. Тут много плодов у нее. Я оставил по одному на веточке. Жалко, что не будет плодоносить. Привил апельсин Томпсон. Так, да, весной. Он сейчас выдал побеги с цветом, смотрите. Вот. Но самое главное, это на нем привит тоже неизвестный грейп. Что-то некоторые думают, что это лимон, но по запаху это грейп. Вот такие три огромных плода. Вот такие вот они удают. Очень быстро пожелтели. Были зеленые в том месяце, если помните. Очень быстро пожелтели. Но посмотрим. Кстати, пион древовидный взял и пошел в рост. Блин, нехорошо. Так, еще одна полосочка у меня. Это лайм сицилийский. Он пошел в рост. Пышный куст. Он в том году плодоносил, в этом нет. Я его пообрезал. Там, где обрезал, короче, он там плодоносил. Вернее, были цветочки, должен был плодоносить, но я ему вот не позволил. Здесь один из шикарнейших фруктов, мандаринов в мире, углефрут. Надеюсь, что у меня будет. И вот, по-моему, он уже хочет у меня быть. Цвести, я имею в виду. Тут идут росточки, пока еще непонятно, это цветок или это росток. Будем выяснять скоро. Помело Пинк радует приростами. Очень капризничал в теплице. Ему было очень жарко. Посмотрим в этом году, как со сменой теплицы. Это мейер, следующий кустик, такой пушистый. Вот у кого облетает мейер, ну не знаю, я подружился вроде, и он еще вот мне в зиму, опять-таки летом сбрасывал, в зиму дал. Дает несколько цветочков. Дальше у нас идет мандарин, клементин, марисоль. Клементин, марисоль. Капризничала, цвела, сбросила, не попробовал ни одну ягодку. Сейчас хочет исправиться, видимо. Смотрите, какие приросты. Вот. Везде, везде. Я очень надеюсь, что будет все замечательно. Самый мой любимый грейпфрут Свити. Я очень хочу попробовать домашнего Свити. Ну, вот. Не нравится ему жара. Хоть кто что говорит. Жары не нравится. Вот похолодало и стало ему лучше. Мандарин он уже взрослый. Отцвел, все сбросил. Я его порезал. Он сейчас 1,60 м, по-моему. Все убрал. Вот этот Томпсон, который еле выжил после потопа в том году. Все-таки выжил. Только-только начинает расти. Посмотрим. Это мой красавчик. Апельсин Валенсии варигатный. Ну, знаете, здесь даже вот без плодов. Хочется, чтобы его было много, честно говорю. Но это такая варигатность листа. Просто у меня нет слов. У меня нет слов, я прихожу, любуюсь. Вот посмотрите, просто это такая зелень разноцветная. Просто офигенная. Вот он начал выдавать побеги.
Тут везде. Я надеюсь, что с ним справлюсь. Апельсин, ой, лимон Росса, который тоже, я думал, что все крякнет. Выжил, и вот смотри, что творит. Боже, хочется просто, ну, как говорится, не сглазить, да, идти мимо. Пусть делает, что хочет, только брос. Вот. И мой Новый год. Моя прелесть. Моя весна, наверное, даже. И это, по-моему, осень. Просто посмотрите на этот жемчуг. Господи, боже мой. Я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо. Все-таки зима непонятная какая будет. Зима будет неизвестная мне. Не знаю. Если будет холодно, что с ним будет в теплице? Это просто чудо чудное. Это такой просто кайф наблюдать вот за таким растением. Я не знаю, тут цветов сотни, наверное. Здесь апельсин у нас стоит, который единственный был со щитовкой, удивительно. Я его обработал, сейчас щитовки нет. Препарат 30+. Использовал, все убрал, все почистил вручную. Все вроде замечательно. На АМОУ 8, кстати, есть одна ягодка. Я жду, когда она покраснеет. Не буду торопиться. Хотел тоже сорвать на пробу. Нет, она еще зеленая, я думаю. Она желтая, но надо, чтобы была красная. Рядом с ним кайфует Мейер, лимон Мейера. Срывал с него уже много плодов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть плодов осталось. Вот. Трудяга, это итальянский. Он из питомника. Вот мне нравится. Очень трудолюбивый. Все в меру в нем. И любит расти и плодоносить. Это замечательно. Вот. Вот так вот очень коротко, если рассказывать. Если вот так вот показать, чтобы вы понимали, как я радуюсь здесь находиться. Как я радуюсь сюда приходить. Потому что вот они результаты многолетнего труда. Вот так это выглядит. Что, друзья, немножко поделился с вами, как у нас обстоят дела в теплице. Напомню, теплица 4x6, 2,7 в высоту. В этом году была установлена новая, старая немножко уже пошла. В неудачном месте была поставлена, поэтому с ней проблемы. Вот, ну что, ребятки, надеюсь, вам понравилась мини-экскурсия. Занимайтесь растениями, любите их и выращивайте для себя и для семьи. Всем пока-пока!